Друзья, всем привет! Решил посадить на нерест крапчатых сомиков. Вот вы как видите, впереди сидит самочка, сзади самец. Отличаются они плавником. Вот видите, у самочки плавник чуть меньше, у самца чуть больше по высоте. И также размером. Самка всегда больше, толще, потому что она с икрой. В общем, подготавливал нерестовик так. Добавил сюда половину объема. Это 10-литровый аквариум прокипяченной воды. И получается 2 литра добавил с аквариума, где они сидели, и еще 2 литра примерно воды просто с крана отстойной. В общем, ждем нереста. Сейчас на улице температура держится за 30 градусов, сомики нерестятся эти в районе 23-24 градусов. Ну, в аквариуме сейчас 26. Добавляю иногда им лед замороженный сюда, когда нерещу этих сомиков. В общем, надеюсь, на следующей неделе от нее отнерестятся. Сегодня воскресенье, потому что на следующей неделе обещают понижение температуры. В общем, будем ждать. Пишите в комментарии, если вам интересно, что произойдет, будет нерест или нет. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!